Всем привет, я Вика, и ты смотришь шоу «Академия порядочных парней». Согласитесь, бывает такое, что услышишь какую-то песню, и потом просто невозможно от нее отвязаться. Или если послушать хороший трек раз, эдак 100 или 1000, то потом, когда ее кто-то включает, хочется просто задушить этого человека. Но бывают треки, которые просто не нравятся, которые бесят, и недоуменно думаешь, как такое люди вообще могут слушать. Что объединяет эти треки? Правильно, большинство людей их просто ненавидит. И это, кстати, не обязательно говорит о том, что песня плохая. Может быть, просто она чересчур назойливая. Поэтому сегодня ты узнаешь именно о таких песнях. Осторожно, сейчас большой риск, что ты разобьешь случайно телефон или экран компьютера. Поэтому убери, пожалуйста, все острые предметы подальше. Но у Джея огромная база хейтеров. И это неудивительно, так как он является на данный момент одним из самых популярных артистов России. Многим не понравилась песня под названием «Сузуки», в которой он всех называет биомусором и рассказывает, какой он крутой и что ему не нужно представляться. Также скриптонит высказался с критикой казахстанских клипмейкеров у себя в Инстаграме за воровство идей с американского рынка. Якобы они просто взяли и пересняли американский клип, выдав идеи за свои. Все связали это высказывание с выходом клипа Элджея, так как режиссером видеоработы был как раз таки казахстанский клипмейкер Медет Шаяхметов, который уже работал со многими звездами, в том числе и с самим скриптонитом. А тем временем клип собрал почти 100 тысяч дизлайков. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Лизер только-только пережил шквал критики в его сторону после клипа «Сердце», как началась вторая волна после выхода видеоработы «Панк-рок-мальчик». Все дело в том, что исполнитель Лил Эйрон сообщил, что Арсен сбайтил его песню. Мало того, что название песни одинаковое, так Лизер также посмел украсть несколько строк у него, да и мотив песни идентичен. Надеемся, что Лизер больше не повторит таких ошибок. Я просто панк-рок-мальчик, смерть уже близко, но что будет дальше? Я просто панк-рок-мальчик, порваны джинсы, смерть меня тащит. Я просто панк-рок-мальчик, смерть уже близко. Его друг Флэш тоже имеет грешок, так как трек «Колеса любви» не зашел фанатам. Так еще и оказалось, что он сбатил трек от исполнителя Килли под названием «No Romance». В интервью Флэш объяснил, что он это сделал, чтобы привлечь к себе внимание. Это у него удалось. С этим трудно поспорить. Но разве нет адекватных способов, чтобы о тебе заговорили? Например, просто выпускать качественный материал. А как вы считаете, черный пиар тоже пиар? Они все смотрят на меня, по моим правилам игра. Где ты? Где я? Колеса любви везут нас в райде мечты. Трил Пил, чтобы обратить на себя внимание, не байтил, но выпустил год назад провокационный клип под названием «Я ебал рэп». Многие вообще про него не слышали, а тут появляется парень с розовыми волосами, с ультра-автотюном и заявляет, что он ебал рэп. На это заявление негативно отреагировали любители жанра, и Трил Пил получил много дизлайков. Я ебал рэп, эй, 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 я ебал рэп. После рекламы выборов, которые многие считают зашкварной, Хованский получил фуру дизлайков на свой последующий клип «Илон Маск». К тому же причиной хейта послужил диста Моргенштерна. Фанаты Алишера заступились за любимого блогера и помимо дизлайков написали кучу обидных и оскорбительных комментариев. Слабонервным лучше не заходить в комментарии Хованского и не читать это. Но клип «Илон Маск» набрал 100 тысяч дизлайков. Зови меня Илон. Зови меня Илон. Зови меня Илон. Зови меня Илон.
славу КПСС подозревают в сотрудничестве с политическими заказчиками после того, как он выпустил клип «Владимир Путин», в котором он считает, что он такой же сильный в рэп-игре, как наш президент. Зрители отреагировали на клип крайне негативно, а кто-то, наоборот, заценил Славина умение хайпиться. Все знают про конфликт Славы и Эльдара Джарахова, где Слава обвинил Эльдара в том, что он своровал его идею для клипа «Пьем», а Эльдар назвал его путинской шалавой. А Слава записал ответку с пруфами, что он не причастен к власти, и многие концерты хотят отменить в России из-за его треков. А на чьей стороне вы? Пишите в комментарии. Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском рэпе Владимир Путин, эй, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском рэпе Владимир Путин. Не знаю почему, но монеточку многие недолюбливают, особенно если почитать комментарии под нашими видео. Например, лично мне она очень нравится. Легкие песни под хорошее настроение. Песня «Каждый раз» — безусловный хит, который слушают русскоговорящие люди по всему миру. Однако кому-то надоедает в сотый раз слушать весьма специфичный голос монеточки, а кто-то находит подозрительным сходство трека с популярным хитом «Get Lucky». Хотя я согласна с Лизой, что это обвинение притянуто за уши, так как многие попсовые композиции похожи между собой и уже невозможно придумать что-то кардинально новое. А как к монеточке относишься ты? Пиши в комментарии. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, взлетал, я бы стала самой бедной из людей. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, взлетал, я бы стала самой бедной из людей. Если вы хотите посмотреть лютейший, как бы сказать без мата, капец, то посмотрите новый клип от Филиппа Киркорова и Николая Баскова под названием «Ибица». Если вы сейчас трапезничаете, какое слово, в общем, кушаете, то рекомендую вам отойти, потому что от некоторых моментов клипа реально может стошнить. Басков в фекалиях, старушки в купальниках, шуточки на тему гомосексуализма. В этот клип собрали все, что только можно. Но сказать по правде, это только все вызвало отвращение у большинства зрителей. Еще хочется отметить то, что Филипп Киркоров вообще не парился над треком, а просто спел еще раз «Цвет настроения синий», только переделав слова. Поэтому неудивительно, что клип собрал 150 тысяч дизлайков. Она поймала свое счастье, под ритмы Ибицы кружилась и влюбилась. Тимати и Егор Крид выпустили стебный трек под названием «Гуччи», который играл у многих в наушниках или же на тусовках. Но немало людей не оценили данный юмор и зарядили почти 400 тысяч дизлайков. Вполне возможно из-за того, что это Black Star, или потому что многие ненавидят Тимати и Егора Крида. А может, кого-то лично оскорбила пародия на современных рэперов. В общем, непонятно. А вам нравится эта песня? Пишите в комментарии. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель, деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. На этом все. Я понимаю, что многие, увидев свой любимый трек, могут быть не согласны с этим топом. Но не стоит расстраиваться, это же не топ худших песен, а топ самых ненавидимых некоторыми чувствительными персонами. Вот я, например, не люблю трек Гуччи, однако фраза «Монако, Монако, Монако, заебался, однако» мне очень сильно приелось и надоело. Поэтому пиши в комментарии самые надоедающие песни. Давайте устроим минутку ненависти, чтобы потом у всех было самое лучшее в мире настроение. Ну и не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, нажать колокольчик, бла-бла-бла. С вами, как обычно, была Вика. Увидимся завтра. Всем пока!